что, давайте в ту сторону пойдем домой. Давайте, мартышечка. Уже в шкуру не влазит. Ну все, смотрит на этого чубчика, блин. Что-то баран сегодня разбушевался, всех гонит, да, баран? Я обожаю его характер. Ну, Бублик, не пугай. Вот это вообще малышка меня что-то запоносила, надо укольчик поставить. Кушают, блин, у них нету вот. Стоп, все, поел. У овец этого нету. Они кушают, вот сколько ты им дашь, они все съедают. Дал больше, они все равно это съедают. Я не знаю. Они какие-то безразмерные, честно слово. Безразмерные овечки. Ну что, там припарковался этот чувак. В тенечке машину поставил. И сейчас будут рыбку ловить. У нас тут маленькая рыба. Я такой даже не хотела. Я знаю, рыбу ловить сетями надо. На удочку там, на спиннинг мне это не нравится. Ну чё, давайте погоним домой. Уже устала. Еще когда простуда, такая слабость вообще прям ломит. Вот куда они идут, интересно? Дом вообще в другой стороне.